17 ноября в третьей школе состоялся литературно-музыкальный фестиваль «Город воплощенных грез». Он стал продолжением цикла встреч в рамках проекта «Слава Созидателям» и был посвящен первостроителям нашего города, 35-летию пуска первого энергоблока Смоленской АЭС и 25-летию концерна «Росэнергоатом». На фестиваль были приглашены герои конкурса «Слава Созидателям», ветераны труда Нина Попова и Геннадий Авдюшин. Для этого торжественного дня школьники подготовили целую концертную программу, в которую вошли чтение стихов, исполнение песен о родине и яркие танцевальные композиции. Директор школы Раиса Ивановна поблагодарила ребят за участие в фестивале и совместно с Геннадием Авдюшиным вручила грамоты и подарки участникам. О том, насколько важны подобные мероприятия для подрастающего поколения, нам рассказала заместитель директора по воспитательной работе Наталья Куприенко. Данный фестиваль мы готовили в рамках проекта «Слава Созидателям». Я думаю, что дети должны знать историю своей малой родины, гордиться своими земляками. Концертная программа очень понравилась юным зрителям. Они ушли в приподнятом настроении. Мне очень понравился концерт. Все ребята молодцы. И мне кажется, что все хорошо выступили. Мне понравилось выступление всех классов. Все постарались. Но больше всего свой понравилось, если честно. Молодцы ребята, хорошо подготовились. Мне очень понравился фестиваль. Я думаю, что и всем остальным зрителям тоже. Больше всех мне понравился 6-й класс, очень хорошо выступили. Было очень весело и интересно. Проект «Слава Созидателям» продолжает свою работу и надежно закрепился в нашем городе.